Ураганом сорвало кровлю с торгового дома «Гульжан» в Кызылорде. По информации синоптиков, порывы ветра достигают 15-28 метров в секунду. ЧП произошло сегодня в первой половине дня. Ветром снесло часть кровли здания торгового центра «Гульжан». В результате повреждены два легковых автомобиля. К счастью, жертв и пострадавших нет. Сильным ветром повалено несколько деревьев. На этих кадрах повалены деревья по улице Абая и в частном дворе в микрорайоне Саулет. На левобережье повалило беседку. Служба спасения просит население соблюдать меры предосторожности, держаться подальше от деревьев и по возможности не оставлять под ними автомобили. Бригада спасателей ДЧС сегодня предотвратила срыв ветром кровли одного из подъездов дома номер 8 в микрорайоне Астана. Прибывшие по вызову жильцов дома специалисты основательно закрепили ее.